Осада города Ниневе продолжалась 872 дня. До начала войны в городе проживало более 3 миллионов человек, а к концу блокады в живых остались 557 тысяч. В годовщину полного снятия окружения Ленинграда в Твери прошла акция «Блокадный хлеб». Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Она началась 8 сентября 1941 года. Более 2,5 миллионов жителей города, в том числе 400 тысяч детей, были обречены на мучительные страдания, смерть от бомбежек, холода, болезней и чудовищного голода. Ключевой символ акции – это кусочек хлеба весом 125 граммов. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ мужества и стойкости защитников города на фоне всех тяжестей войны. Во время осады именно голод уничтожил около половины всего населения Ленинграда. Блокадникам приходилось есть съедобное и несъедобное. Часто люди рассчитывали лишь на маленький кусочек хлеба. Поэтому для ленинградцев он стал главным символом жизни и надежды. Волонтеры, раздавая блокадный паёк, объясняли, что этот крохотный кусочек хлеба был порой единственным, что съедали за день жители осажденного города. Для объема добавляли даже целлюлозу. В самые голодные месяцы она составляла четверть пайки. А еще древесные опилки, березовые почки или тертую сосновую кору. В мировой истории оборона Ленинграда навсегда останется символом мужества и героизма советского народа, сумевшего выстоять в нечеловеческих условиях и сберечь родной город для потомков. Акция «Блокадный хлеб» – это первое мероприятие года памяти и славы. Всего по всей стране их пройдет более 180. Они связывают события прошлого с настоящим и сохраняют общую историческую память. Героизм людей, подвиги наших предков, вспоминая всех, кто пожертвовал своей жизнью ради мирной жизни последующих поколений.